Опять всем добрый вечер, что ли? Опять за ночь намело, блин. Мы с Сатошей час ночи гуляли, правда, на другой площадке. Папа еле калитку закрыл. Теперь пришли на эту площадку, уже к вечеру. Вот. Ну, апельсиновый мячик всегда с нами. А вот Сатоши, пока мы сюда дошли, мы, правда, еще по лесу прошлись. Посмотрели, как там дела. Там тоже все позавалило. Вот. Татоша уже выгрызает льдинки и комки снега, которые на его лохматых лапах скопились. Вот. Ну а папа, как всегда, после похода на площадку объявляет себе перерыв и сидит, греет свою пятую точку. Ну вот, сюжетик ни о чем. Если вдруг кто-нибудь к нам на эту площадку случайно придет в гости, какая-нибудь девочка, например, или пару молоденьких девчонок, стаффордов, то мы обязательно включимся. А так всем приятного субботнего вечера. Пока, берегите себя.